Вот такой погожий день сегодня, четверг, утро. Не знаю, прошел квартал, людей вообще нет вообще. Не знаю, о чем. Вроде комендантский час никто не назначал. Просто пусто. Просто пусто. Никого. Полиция есть, смотрю. Ну, не знаю, я в маске. В перчатках. Может, меня никто не остановит. Магазины открывают. Магазин открывают. Но тупо никого вообще. Просто показываю. Вообще никого. Я не пойму. Так. Бьют куранты. Пора бежать по домам, прятаться. Я не знаю. Бабушка с велосипедом. Вороны каркают. Велосипедист только есть, все. Пешехода почти нет. Все сидят дома, мультики смотрят. Тупо никого. Мусор стоит, заберут, значит. Реально, прошел квартал, сначала ничего не понял. Потом иду и понимаю, что никого нет. Ну, бабушка без маски. Старой закалки. Единица. Ходишь вдали. Сейчас кто идет друг другу навстречу, старается обходить на расстоянии метра полтора друг от друга. Блять, какой метр? Полтора-два метра, наверное, стараются. Машины ездили, я слышал. Говорили, что все дома оставались. Вчера это было. Не знаю, может, поэтому все услышали, решили не сильно гулять. Тут стройка была. Там работают ребята. Так. Сейчас посмотрим. Вот здесь у нас стройка. Ну, машины стоят. Телодвижений никаких нет. Наверное, немножко решили подрасслабиться. Куда не спешат. Многие сидят по домам. Ну, государство позаботилось о людях. 50% будет оплачивать фонд занятости, 50% работодатель. И частному бизнесу за 3 месяца будет субсидировать 15 тысяч евро. Ну, поэтому люди решили никуда не ходить. Все еще спят. Вот я вот зашторено. Люди еще спят, даже не просыпаются. Вот так вот. Вообще машин почти нет. Машин почти нет, вообще никого. Я не знаю. Апокалипсис. Все. Вот так вот и живем. Спасибо.